Для Украины наступило нелегкое время. И многие люди, особенно люди старшего поколения, оказались за чертой бедности. Однако Владимир и Виктория Мунтян продолжают поддерживать пожилых людей продуктовой помощью. На протяжении 30 лет каждый месяц сотни пожилых людей получают заботу, внимание, любовь и пропитание, зная, что они не одни, что они не оставлены. Накануне рождественских праздников состоялась благотворительная акция в городе Днепр. Мы вас всех поздравляем с этими новогодними праздниками, с праздниками Рождества и Нового года. Мы желаем вам счастья. Самое главное, чтобы вы были здоровы, полны сил, чтобы ваши близкие и родные были счастливы, такие же, как и вы. Мы поздравляем вас с этими праздниками. В этот праздничный день слезы счастья не сходили с лиц каждого присутствующего. Их сердца были переполнены огромной благодарностью за заботу апостола Владимира и Виктории Мунтян. Каждый человек получил продуктовый подарок, включающий в себя деликатесы и другие продукты, которые они сами себе купить не могут. Апостол Владимир и Віточка, ми благодаримо вас сьогодні за цей чудовий день, за цей праздник, який ви нам подарували. Ми благодаримо вас за ці подарки і що ви за нас заботитесь, за ваші молитви. І ми любимо вас. І ми дуже довольні, Боже, цими подарками, які вони нам дали в цей день сьогоднішній. Спасибо за наших духовних родителів, апостола і пастир Віточку. Я являюсь партнером на протяжении 20 лет. И на протяжении всех этих 20 лет я вижу, как Бог, Он невероятно действует через нашего апостола, через пастора Виточку в этих грандиозных служениях, в этих служениях для Золотой Осени. Они всегда помогают каждому человеку, который попал в какую-то трудную ситуацию, в какую-то неразрешимую ситуацию. Спасибо всем партнерам, которые принимают участие в этом, каждого человека. Пусть Бог благословит вас. Это была чудесная атмосфера, был чудесный праздник. Но в это нелегкое время люди получают поддержку. Вот моя вода, то ли чистая вода, то ли быстрая вода, синий мир. Драгоценные апостолы Виктория, я вас очень благодарю за вашу заботу, за то, что вы уделяете ваше время, финансы, вы заботитесь о нас. И я благодарю вас за сегодняшний праздник. Такую радость я испытала, Боже, такое удовлетворение. Дорогой наш апостол и пастор Биточка, я благодарю вас за этот праздник чудесный, который вы нам подарили сегодняшний день. И за эти подарочки. Мы счастливы такие были. В этот день наша команда служителей организовала интересную творческую программу для бабушек и дедушек, чтобы подарить им радость, увидеть их улыбки и принести им хорошее настроение. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться, ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Хочу поблагодарить вас за этот праздник, за концерт, за продуктовые подарочки. Спасибо вам большое. Спасибо за партнеров, за вашу любовь и за вашу заботу.
Спасибо, драгоценный наш апостол и пастор Виточка, за то, что вы устроили нам такой шикарный праздник. Господи, спасибо и партнерам, которые подключаются, что и аппаратура, и все было замечательно, так красиво пели. Спасибо вам, драгоценные наши духовные родители. Поздравляем вас с наступающим праздником Рождеством Христовым. Наши духовные родители, апостол Владимир, пастор Виктория, мы очень любим вас, и мы благодарим вас, что вы у нас есть. И пусть Господь Бог вас благословит в этот праздник Рождества Иисуса Христа. Наши духовные родители, мы благодарим вас за этот чудесный праздник, который вы подарили сегодня многим людей, людям преклонного возраста. Мы благодарим вас за вашу заботу, за вашу любовь, за ваши молитвы. Мы тоже от всего сердца вас поздравляем с этим великим праздником, Рождеством Христовым. И мы хотим выразить благодарность для вас большую. Мы говорим, хотим сказать вам огромнейшее спасибо. Уважаемые партнеры, благодаря вашей поддержке мы можем проводить благотворительные акции. Это настоящее счастье – видеть слезы благодарности и радости в глазах. Мы искренне благодарим вас. Присоединяйтесь к нашей команде друзей и партнеров. Вместе мы можем сделать еще большее.